Есть вопрос, необходимо решение. Чтобы найти выход, жители обращаются к депутату. На прием граждан к депутату Госдумы Александру Толмачеву в городском округе Щелково записались жители не только нашего муниципалитета, но и соседних, и даже из других регионов. Всего более 50 человек. Чтобы уделить должное внимание каждому вопросу, было принято решение о проведении приема в течение 2 дней. Так, первая встреча состоялась в Бахчеванжи. Ее депутат назначил задолго до проведения, после своего отчета в микрорайоне. Вопросы, которые касались именно Бахчеванжи, их было всего лишь там, 5-6 вопросов, не больше. И эти вопросы касались даже не отопления. По отоплению был один только вопрос, который мы прямо на приеме же сразу адресно решили. Вопросы были по поводу железнодорожного переезда, по поводу мигрантов. И эти вопросы мы взяли тоже в работу, потому что с РЖД мы прорабатывали вопрос по поводу перехода через железнодорожные пути. И он должен будет быть там установлен в 2024 году. Есть у нас ответ. Надеемся, что из сроков не выйдем и дело доведем до конца. Это мы взяли на контроль. По мигрантам будут проводиться рейды и совместно с МВД. Ни одна просьба не должна остаться без внимания. Вопросы как системные, так и частного характера обсуждались и во второй день уже в общественной приемной партии «Единая Россия» в Первом Советском переулке. Сюда преимущественно записались уже жители городского округа Щелково. Ситуации разные. Некоторые, возможно, проработать на месте. Однако есть и такие, для решения которых требуется время. В любом случае, новогоднее у всех настроение, поэтому я думаю, что с таким новогодним настроением и решаться вопросы будет легче как здесь сегодня, так и впоследствии в компетентных органах, будь то администрация, правительство Московской области, либо какие-то федеральные инстанции. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.